погнали. Наших городских. Так. Так, все, я начинаю. Since the time of the founding fathers, dark forces have been preying on America. Давай. As the fight against these vampires continued, a secret organization has trained people with remarkable skills. The agent's duty is to protect ordinary people from the forces of evil. Ух, там один босс есть ближе к концу, я за него чуть игру не бросил. Потом поглядел механики, ну вроде завалил. Даже последний босс оказался проще по итогу. А что, там прям что-то особенное? А, ну тайминги, ворота, еще что-то. Я сейчас, честно, как-то плохо игра отложилась, я ее пробежал довольно быстро. Ну, были какие-то паттерны сложные достаточно. Видосы, ролики прикольные. Такая. На восьмерочку игра. Реально сделать забег до утра пройти. Сейчас, блин, почти тебя не слышу. Сейчас ролик пропущу и... убавлю. У себя тоже настройка глянчик, я не ожидал, что так громко будет. Убавлял. Yeah. Harrow's not gonna be happy about the bridge. Harrow could suck my dick. He's the secretary of war, not the secretary of bridges. Let's go have a look see. I go high. Еще раз дуплиц как коп тут запускать и после какой миссии? Так, что по FPS? А, нет, данных он не измеряет. Так, сейчас тогда громкость. Так, так, так. Сложность. А, вот звук. Блин, громкость 60. Так. Так, и что, мне новая игра надо или... Новая игра, да. Ну, ты нажми мультиплеер, тебе напишут, что ты не можешь в него играть, пока не пройдешь какую-то начальную миссию, ну, там, из имеющихся. А, вот. И, соответственно, я делаю то же самое. Ну, то есть, прохожу, типа, обучение. Так, сейчас по графону... с отглаживанием. Разрешение же максимальное, что-то у меня как графончик. Весь экран. А, здесь. Да, странно.
А, все-таки кажется, разрешение. Мандила. Окей, масштабирование. Да, странно себе игра ведет. Как будто. А, вот, полный экран. Решение. Все теперь нормально. Блин, капец. Короче, она жрет разрешение. Имею в виду. Все, настроил. Надо сделать в экран на полное окно, а потом уже выставить разрешение. Вот теперь нормально. Неочевидная настройка. Сейчас сразу трансляцию проверю. Да, все нормально. Ну и бабокса собирай. Тут так надо все всякие проходы заходить, она довольно, ну, туннельная игра. Но разрушение есть. Пробел, да? А если кнопку атаки зажать, имею в виду, можно сильно ударить очень. А, пробел, он все открывает. Так, по-моему, тут если сходить сюда, то... Пошел по сюжету, направо я уже не схожу, блин, ладно. Так, чё, как успехи? Да потихоньку, прохожу пока.
подлина. Да здорово, с топором дошел уже. Да, вот только что его завалил, с него какая-то красная хрень упала, как будто бы ее подобрать можно, но что-то не берется. Возможно, это здоровье, которое у тебя полное. Ну, как вариант. Хотя оно вроде просто так не падает, но тем не менее. Да, это здоровье у тебя полное, мне тоже. А знаешь, в чем прикол? Я вспомнил, того босса был. Там надо было много парировать. А я не играл через парирование, я играл через уворот. Ну, в смысле, я не привык к скиллу, а на парирование был билд завязан. Ну, какие-то там отхил, еще что-то, в общем, удобные штуки. И я, ну, короче, на этом боссе почти под конец игры переучивался, ну, играл с парированием. Ну, R как-то я не переставил, не очень удобно, и я забил. Короче, потом... Ну, это где-то даже... Во второй-третьей, в конце нее, в этот босс, вот... По-моему, было из-за этого. То есть я вот какую-то механику не юзал, даже не качал ее. Вот. Так, тут у нас денежка в поезде. И все, да. Ну, надо будет до какого-то момента дойти, как мы отсюда уедем с этого поезда, и проверить мультиплеер. Ну, то есть, там, или напишет, что вы можете теперь онлайн играть. Записи. Так, сюжеточка. В принципе, известная. О, револьвер дали.
второго, по-моему. Отлично. I bet one good punch could get me through. Так, ты уже где? Куда-то наверх залез. Конец поезда надо, там надпись была. Ну, вроде как да. Там такая жижа черная капает со стен, да? Нет, пока еще, наверное. Окей. А, ну вот, да, есть, я вагон прошел, вот. Да, ну, значит, я чуть-чуть нашел. Какой-то челик одноглазый вот встретил во второй раз. А, вот, все, я понял. Я сейчас, видимо, встречу как раз. По идее... А, кстати, интересно. Мы за него будем играть? Ах ты... Ай-яй-яй. Я до босса дошел. Так, минус босс. Так, денег здесь нет. Все, у меня ролик. Still on your father's leash, I see. Heard you were on your way to the gathering, Chess. What's this? Catering? Why, I have no idea what you... That big shiny ball out there is no good for your sensitive skin. The sun's not to know what they'll do to me. Fun game. Let's test that theory. No, no, Richard, stop! Belmontville! The gathering's in Belmontville! Excellent choice, Chester. And since you're feeling so damn helpful, we're gonna be needing a guide. Consider it a promotion. Dipshit.
Belmontville's a long way from the manor. We're on a clock here. We've been hunting DeBono for 3 months. What's another few hours? Have it your way. But your father's gonna have your ass as an ashtray if we don't make that presentation. You're retired. What's he gonna do? Fire you? Видос поглядел? Да, второй вот идет сейчас. Ага. Ну вот, по идее, после него, ну, наверное, все. Хотя мы там, конечно, по базе побегаем сейчас. Там тоже, по-моему, какой-то элемент обучения будет. Но сейчас, когда загрузишься, попробую засейвиться. Там, я не помню, автосейв или есть слот. Вот. И... попробую мультиплеер нажать. Even I have my limitations, Mr. Gravener. You want a limitation? How about walking around without a head? Crawling with familiars. No question. And where do you think you're going? Judging by that tone of yours. Sounds like I'm making sure Fancy Pants here doesn't make a run for it. In broad daylight. That's why we need familiars. I'm starting to question your qualifications for this job. Those ass-licking... tick lovers should be shot on sight. Ah, what the hell. Maybe we can play with dynamite out here, too. Right, Jess? I'll make you a new waistcoat. I don't believe my tailor would like that. See? You're bonding already. Eat me. Так, видос кончился. А, винтовку дали. Так, ну, персонаж. А, можно покрасить, да, точно, кстати. Талантов новых нет, история, игра. Так, ну давай, я в меню выйду, чтобы понять, как это делать. Так, ну я вышел. А как ты вышел? Через... ну, escape, там на P, английское. А, все, я увидел P от джойстика. Ну, я нажал. Многопользовательское у меня запустилось. Ну, две минуты с последнего сейва мне, конечно, пугает. Ну, ладно, возможно, это был ролик. Ну, у меня тоже... R, друзья. Сейчас, подожди. Пригласил тебя. Пришел инвайт? Да. Пришел в Xbox. Ну, логично, мы же здесь. Ну, в игре имеется в виду. Ну, окей, тут, наверное, через него, как через Steam же тоже можно заходить. Так, ну я вроде начал грузиться. Ну, да. Ну, тут... я не пойму, что за предыдущий путь развития. Ну, нажми готовность, у меня кнопок нет, короче. Я не знаю, откуда-то начнем, пробел готовность. И начать задание заново. Какое, не пойму, но... в принципе, у нас оно первое. Да, ну да, то есть нельзя вдвоем начинать... середины задания. Так, ну давай пропускаем ролик, мы же его посмотрели, как они сюда приехали. Вот он, ты... подожди, сейчас я этот посмотрю. Цвета нельзя настроить. Цвет шляпы. Нет, желтый не открылся. Блин, ладно. Здесь, по-моему, сундук будет. Интересно, бабосы каждому свои. А, ну да, мне тоже падает то, что ты подбираешь.
Обыскивай дома, здесь пару сундуков будет, но... Oh, shut up. I told you my sight's not recovered after the change. Hey, so you're telling me it's not the blues? Мой правый тогда. Давай. А, ну или левый. Тут хэдшот уже есть, да? Ну, как видишь. Ну, в смысле... Ой, я пропустил. А, все. В точку надо стрелять, чтобы их оглушить, ну, когда он целится. Так, сейчас, подожди, вот тут ничего, по-моему, нет. Блин, гамма слишком светлая, что ли. Все прям желтое. Что-нибудь нашел, нет? Да, сундук. И деньги. Да, мне тоже 77. А, вот маска как раз. Ну, можно потом одному из нас стать желтым, второму красным, чтобы ну, различаться чуть-чуть. М нажмите, да, чтобы посмотреть. Ну, я пока серый плащ. Все, пойдем. Нет, там ничего нет. Дальше сюда. Так, день. А, записки. А, кусок кожи. Так, пока денег нет. Что-то мне на часы пришло. А, обновление. Сейчас, подожди, назад надо иногда. Вот он сундук, да. Ну, тебе, наверное, тоже дадут, но все же. С деньгами. Тут таких нычек много. Вот, очень часто все надо разворачиваться, смотреть назад. Вот, тут что-то какая-то хрень. По ящикам. Стой. Я чуть не ударил. Вон туда нам есть. Туда? Вон туда сундук есть. Нет. Здесь сундук с валютой. И тебе, я надеюсь, тоже дадут. Вот. Мне просто, ну, я, в принципе, прокачался, когда проходил, но не на все хватило, чтобы я хотел. Там прокачку тут за деньги. Ну, они только для этого нужны. Все пушки и новые улучшения дадут по сюжету. Здесь мы вдвоем должны быть. Это сюжет обучит стрелять по взрывчатке. И снайперов убивать. Подожди, не убегай. Здесь может денежка лежать кое-где. Так. Там вроде нет в том доме. И в доме слева, посмотри, есть? Да. Да, 20 деньги. Ага, сейчас и за домом здесь, ну вряд ли. В этом плане заморочено. Все, ладно. Да, наверное. Только тот. Вот здесь маленький мешок тоже собрал. Все, идем вниз, видосик. О. Fucking maze. Так, там... О, пауков можно отключить, да? Да, можно отключить. Там есть настройка. Сейчас. Тут надо все пробежать. Сундук. А, вот. Вот сундук. Раз. Так, там нет. Значит, мы с тобой сходили направо и идем по правой стене. Подожди, там сюжет, нам бы, наверное, тогда налево сходить сейчас. Давай, вон денежка светится. И вот, бери там, а я вот здесь пробегу. Кто-то что, взрывается? Ну да, вот мы с тобой встретились, я бы как раз так здесь. Там пауки, это как не единственный, там будет босс-паук, ну что-то такое, в общем-то. А если пауков отключить, то босс как будет выглядеть?
Ну, скорее всего, да нет. Ну, я думаю, там просто другие текстуры или какого-то другого босса подсунут там. Что типа этого. Так, все собрали. А я что-то не иду. А... Вот ты, наверное, пока я не пройду до конца, чтобы коллизии не было. Вообще, я ничего не да, он, ну это как катсцена, ты выехал из стены, забавно получилось. А, вот. Так, все. А потом мы будем их часто открывать. What do you take me for? You're right. Maybe a little light to set the mood. No, no need. I see it now. Of course. The glamour. I'm on it. Today, Chester. Please. I need to concentrate. It's not that easy to sever the illusion from its source. What's the source? You don't want to know. Well, I'll be damned. You know what? Let's switch. I'll take the explosives, you get the bottom. Is this about the bridge? It's not about the bridge. Got the damn train, didn't it? В общем, милишка, есть смысл убить? Да, здесь только милишка, здесь оружие говно. Оно, я его, по-моему, даже в конце, по-моему, ружье не качал. Ну, там можно было сбросить таланты, я... Мне не хватало, я ружье вообще перестал качать. Или пестик. Ну, то есть здесь только мили. Ружье больше вот для таких издалека, хедшот, снайперов, там, летающих немножко. И то потом оно в какой-то момент перестанет иметь смысл там. Всякая перчатка электричеством стреляющая, потому что будет в основном качаться перчатка на руке, в ней всякие усиления против вампиров и так далее. Из милишки огнемет крутой дадут, миниган, ну то есть там будут альтернативные неплохие милишки. Сейчас, подожди. Беги вперед, но я так чекну, показалось, что это бабос. Так, то стоп. И ТНТшка там, скорее всего, что-то есть. Записки можно пропускать, я их, ну, как бы читал, но там ничего такого, чисто там про мир, напали вампиры, кого-то съели, там еще что-то, ну, все понятно из роликов. Ну и на боссов пушки почти не действуют со временем. Ну то есть усиленный кулак только их может убить. О, новый уровень. Где ножка? Так, а вот сейчас смотрим. Так, субординация. Следующая атака. Вот, милишка. Убийства в воздухе нет. А, удар ногой же еще, по-моему, есть на одной из кнопок. А, ну, короче, я бы взял хилку, если честно, пока. Ну, так. Вроде идем неплохо. У меня выбора нет, я
другое не могу сделать. А ты кулак разве не можешь взять взрывное впечатление там и... Не, у меня светилась хилка, что ее нужно взять, и а, я ничего не брал. А, все, ну, видимо, так, элемент обучения, прекрасно. Можно было тогда не париться. Так. Так, сундук. Подожди, пойду схожу. А я не могу пройти, почему? А, вот. А, видимо, это по сюжету, ну ладно. Я понял. Надеюсь, там мы все с тобой взяли. Кстати, хочу понять, чат у меня работает. Да, Фарчер 2402. Тест. Дмитрий Сысоев. Тест. Так, ладно. У тебя пока ролик сейчас будет идти, нет моего твича под рукой? А, сообщение написать, или ты не залогинен? Уже все, я ну не да. залогинен, а у тебя аккаунта нет. Я просто что-то в полноэкранных играх, там чат не работает. Ладно. А если сделать во весь экран? А, ну, нет, там разрешение тупит, я потом попробую. Я пробовал, но... Сейчас, ну, кстати, ладно, я... Сейчас... Разрешение... Сейчас проверю. Вот окно есть. Странно. Ладно, хрен с ним. Надеюсь, работает. Потом посмотрю. Так, ты залез, да? Здесь гарпи слили. А, да-да-да, там секретка, скорее всего. А может и сюжет. Крути. А, куда-то прицелиться надо. А, ну здесь... Подожди. Не могло здесь не лежать денежек или сундука, нет? Ну ладно. Тогда вторые ворота крутим. Gotcha. We are a unique species. Jesus, it's huge. When did they build this? And how? Да блин, ты начал стрелять, я слезть не могу. Погоди, за этой штукой денег нет. Так.
Так, догоняй, по-моему, тут сейчас мини-босс или что такое первый. А нет, эти два. Так. О, сшибить можно. Эти. Четвертое. Так, 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 так. Нет, ничего нет. Чё, как тебе? Да так, вроде неплохо. Твои, то мои перемещаются, блин. Не поймешь, чьи. Да, кстати, пинок я повесил на мышку. Что у себя на боковую клавишу? Ну так, это как раз то, что атаку прерывает, блочит. The power of steam and lightning, and they grow mighty. If our hubris allows us to grow fat and lazy in the shadows, they will soon have the power to hunt us down. Потом мы сможем телепортироваться с помощью нее. Это вообще огонь будет. And so you propose war. War suggests there is a chance we might lose. I propose we strike. With my new asset, we can control the change. Reclaim the Sanguisuja's rightful place at the top of the food chain. Control the change. Are you mad? Even suggesting such a thing is blasphemy. Dominic, brother, these are blasphemous times. While my methods may very well be at variance with our tradition, I can tell you one thing. If we don't adapt, we will perish. Enough. I will not allow you and your bastard breed to lead us into annihilation. Dieter Daban, for the high crime of conspiracy against your own kind, I sentence you and your line to the true death. I told you, Father. They wouldn't listen. We had to try, Felicity Migara. Our work will be a lot easier if we can help them understand. If we can't... Then... we... force them to! Ха-ха-ха-ха!
по классике потом этот моб будет часто появляться как моб. Прерывай, он хилится. Think you could have brought a bigger knife? Some people get a gold watch when they retire. I got. О, ачивки стали. Тебе пришла ачивка в Xbox? Не видел еще? Не, не приходила. Ну, она, короче, так может не высветиться мне это. Приложение на телефон пришла, я увидел. В часах. Should have asked them how to get out of here. Потом, кстати, заодно проверишь, прогресс у хоста или у всех. Wait. What about Chester? Well, what are you gonna do? Now that is how you shape an explosion. Damn, we're late. Now, at least we won't be going back to the manor empty-handed. Мы на базу. Oh, I'll be damned. That's a new way to spend taxpayers' money. James Harrow. The people's hero. I heard the White House sends him golden toilet paper. As long as he keeps the presidential ass clear of tick trouble. Feed him well. We've got a lot of ground to cover tonight. You're not staying for the presentation? The whole institute is in town. Здесь, кстати, много сумок, и по мере возвращения после каждой миссии они будут обновляться, поэтому имеет смысл там, ну, побегать, где открыто, там не все комнаты открыты сразу. I'll just tell him you traded killing vampires for swilling cheap bourbon. Tell him whatever you want. Fine. Skip the presentation. But you ain't getting away from a final drink with me afterwards. Так, здесь вроде ничего. О, лошадях не... А, во, ты нашел, да, где-то? Так, пошли внутрь. Ну, там сейчас будет сюжет с отцом поговорить. Можно пока пробежаться. Это президент. Сейчас, как это имеет смысл все найти, потому что поместье немножко рихтанут. Главный вход похож на особняк Гьеза. Из Вайсити. А-а-а, ну, да. Так, бумажки собрал. Эггер и мой отец. Так, ну. Вон, еще бумажка, наверное, все, да. Пока так. Вот он, чертеж руки новый.
Все, пойдем. Gravener's with you. He sends his regards. He's afraid you'll try and talk him out of retirement again. I don't believe either of us want that. You know, he did risk his life to get this for you. That's Harrow's trinket. I'm sure you'll both be rewarded accordingly. Edgar isn't some civilian looking for a medal. This is all he knows. Your institute saw to that. My institute? This isn't about Agent Gravener, Jesse. We are on the cusp of great progress. Great change. Today's presentation is of critical importance to the family. After which... Edgar is family. After which, I expect you to step up to your duties here at the manor. With all due respect, Director, I am a field agent, not a paper pusher. You're a rentier! Why must you always make me spoon-feed these things to you, Jesse? There are bigger things at work here than running around in caves slaying beasts. I do believe someday soon you will see it my way. And if you don't, it's my responsibility to force that change. Now, leave me be. I must prepare for the presentation. Какой удобный стол для вампира нашелся. And send someone in here to clean up this mess. Так, пошли искать дальше. Уровень сложности можно поменять. Так, это кто? Подожди, подходи сюда. О, первые таланты. Так. Ну, я неуязвимость возьму. Всяко лучше после хила, чем странные патроны. А, еще в дробаше что-то было, но... А, кстати, хороший талант стоит взять. Отстреливать этих... ну, висюнов всяких. Патроны возвращает. Не надо постоянно перезаряжаться, потому что долго. Прикольный, да, талант. Так, особенности. Здесь мы ничего не можем взять. Левел еще нет. А что ж за деньги покупать? Я что-то не помню. Так. Ну вот, таланты, видимо. Нет, улучшение. А, 3300, да, все правильно. Вот эти таланты, да, они просто дорого стоят, все. Хватило на один, да. Ну, короче, вот сколько денег найдешь, тот билд и будет. Но можно сделать ребилд, там, с какого-то оружия все убрать, например, в какой-то части игры. Ладно, так. Пошли куда-то здесь. Сюда. Презентация сейчас, по-моему, начнется. А, вон, стоп, стоп. Комната открылась и бумаги. Что тут? Мой отец. Лимрантье. Так, денег здесь нет. Пошли по сюжету. Gentlemen, gentlemen, if you'll take your seats. And, welcome. Yeah, I'm Assistant Secretary of War James Harrow. President Cleveland wants you to know how appreciative we are of the vital service the Rentier Institute performs, defending our great country from monsters of all shapes and sizes. He also wanted me to make sure you're not blowing all our money on Mexican Monty, but that's another conversation. Yes, quite. Well, as I say, keep up the good work. God bless you all, and God bless America. Thank you all for gathering here tonight. It's rare we gather in such numbers, but I believe great progress calls for momentous celebrations. Our efforts in the fight against the Sanguisuja's spread have too often been baffled by the creature's most insidious weapon,
their so-called glamours. These impenetrable illusions have allowed countless fiends to slip through our grasp for too long. That ends now. Agent Rentier, we've upgraded the standard field agent's gauntlet with something our science bods have affectionately named the Zapper. Not exactly an elegant name, but it does the trick. When triggered, the Zapper sends out an electrical impulse that shatters any nearby Sanguizu's glamours forthwith, eliminating what is not and leaving only what is. Once finished, these new gauntlets will be distributed to cells nationwide post-haste, allowing us to sweep our respective territories for glamoured nooks and crannies. This is the beginning of a new age, gentlemen. Armed with this gauntlet, there is no way our enemy can surprise us. Так. А, вот Q блокировать атаки. Да. Это то самое. Вот теперь можно бить их током и блокировать. В этом фишка. Ставить, наверное, вместо пинка. О, подожди, новая способность. Секунду. А, да, тут же еще это. Способности-то на две перчатки. Три. А, это просто про перчатку показали. Все. Скиллов новых нет. Пошли вниз. А, вот, QS, чтобы притянуть противника к себе. Да, да, я сейчас добьем этот пак, не убегай, я сразу это хочу переставить. Это не очень удобно на мышку. Вот этого мне не хватало, я помню, у меня было что-то на мышке. Так, клавиатура. Пинок на мышке и хлопушка. Так, ну вроде все. Исцеляющий модуль, сотрясающий удар, кстати, еще В. Надо переставить потом и... Калечащий стержень. Так, ладно. Все. Так, деньги поглядывай, могут валяться там в разрушенном этом. О, это взрывные, по-моему. Да, их нельзя подпускать. Ну, они, во-первых, этих херовин кидают, во-вторых, взрываются. По-моему. Если я не путаю. О,
О, наверху не добили. Все. Летающие. Он у меня завис. Это текстурка типа. Да, забей, да. Ты упал. Нам дальше. О. Пешечка, да. Блин, ладно. Ясно, полезно. Блин, денежек не нашли, ну ладно. Тут явно в институте были бабосы. Вот здесь чекни, прежде чем повозку. А, все, ладно, понятно. Jess, thank Christ. Where's my father? Still kicking ass. Last time I saw him. Old fool thinks he's still in the field. Listen, he wants us to destroy the archives before these assholes get their hands on it. You get to it, and I'll find Harold's pampered ass. Meet me out front. Так, вот здесь обыскивай. Вон, сундук. По желтому проводу надо идти. Деньги пропустил. Сундук был светящийся. А, вот, в это телепортируешься. Да, видишь, телепорт уже на денежки. Блин, жалко, что вдвоем добивать, но бить нельзя. Выполнил ты добивание 15 раз. Ачивка? Да. Значит, падают. Наверное, прогресс защиты. Так, подожди. Бабосики я вроде тут в шкафу собрал. Хилочка не нужна. Погнали. Наверх. Так, чекаем, чекаем. Не, лестница, видимо, закрыта. Здесь, блядь, банки с бошками. Бошки разные, кстати. Вроде. Так, кто-то рычит. Подожди. Денежка. Записи. Сейчас откроются. С той стороны кто-то рычит по сюжету. Подожди, ворота не заходи до конца коридора. Вон ящик с деньгами. 128. Кажется, это голову рычат. А, да, похоже на то. А, пошел какой-то газ. А. Сзади.
падла. Блин, этот щит не всегда притягивает их. Подожди. А, денежки. Смотри-ка. А, мы что-то поломали. Сзади не пройти, да? А, куда нажать-то? Даже. А, крючок, все. Да, я смотрел не туда. Так. Разбивай. Ага. Всё, сейчас будет пачка. О, эти. Тихоны. Третий уровень. Так. Подожди, давай потом качнемся. Сейчас. А, или он заставляет кулак брать. Да, я не могу выйти. Все, окей. Ну, значит, так, это. Сокрушающий удар. Да, блять, как он с этим обучением. Я пропустил, кстати, этот удар сокрушающий вперед. Какой кнопкой он делается? Т? А, на В. А, под него батарейка нужна. Вот он. Разрезал его. Так. Давай чекнем здесь. Бывает, что проход с денежкой. Но нет. Просто по прямой. Погнали. Там вон деньги в ящике. А, туда надо как-то пройти. Так, во-первых, можно зарядить, смотри, лампами. Нет, здесь ничего. Лампа, если у тебя есть, заряди, она заряжает перчатку. Внизу у тебя батареечки. Где ХП? Я лампу взял, наверное, тебе зарядил. Ну, я надеюсь, что это так работает. А вот этот заряд перчатки, это что такое? Это массовый удар им делать. Все, кого-то забыли, нет? Нет.
Нет. А, подожди, сзади. А, большая ФПшечка с кого-то выпала. А, подожди, вот можно сходить. Блин, куда же нам? А, нам налево так и есть, нам больше некуда. Это назад, откуда мы пришли, вроде как. Или все-таки нет? По-моему, нет. По-моему, нет, подожди, сейчас. Не, вот ты вроде назад идешь. Сейчас. Просто обычно назад в этой игре ходить нельзя. Ну да, все, я узнал, я назад иду. Тогда прямо. Вот, направо, тут. Так, стоп, вот здесь денежка. Здесь домик. Стоп. Там, где ты ходишь, ничего нет. Вот здесь в тупичке за домом. Не, я по углу прошел, там нельзя. А, все, там пройти огонь. Тогда по квесту. Don't be cross with me, Father. I couldn't leave you at the mercy of these savages. If you not do that, you fleshy toad! You nearly hit him. For that old wound. Oh, Jesus Christ, don't get old, son. Yeah, never get married. Now stop blabbing, you're gonna be fine. I know what I'm doing. This is the key, Jesse. Don't let it out of your sight. It's all we've got. It's in your hands now. We need to stop. Stop? We need to get the fuck out of here. We need to find a defensive position to hold us over till morning. Then we head to Calico. My wife could blow this defensive position over with a wet fart. We need the higher ground. And that's where the sun will hit first. I'll get the horses, and we'll stand our ground up there. Обрез. Обрез крутого боссов. Oh,
А, там этот сверху кидает. Блин, забыл, как В. Надо тоже переставить. Так, пошли. Еще ачивочку, кстати, сделал какую-то. А, ну. Так. А, это ХП что ли был? Подожди, 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 ящик. Да-да-да. Перелазим. Сейчас мини-босс, возможно, будет. Да. Все слишком мало. Там зарядка, вон, кстати, лампу видишь? Да. Ну это у меня батарейка полная, но. А, во. А, у него самая жопная щит, он, по-моему. Им все отбивает. Надо сначала щит сломать. Вот. С дробовика сломать ему щит, потому что перчатка им не дает. Вдвоем проще, потому что он одного байтит. Да-да-да. Дробаш, не вижу, где КД на дроба. А, все, он убил. Сука. Ой, ее сейчас убьет меня. Хилиться бы. Ай-яй-яй. Сможешь оживить? Или как тут? Что-то я. Долго оживлять, да? А, нет. Нет, быстро. Ай, хилку прожал, она же бабл дает. Я понял. Анимация не сработала у меня, по крайней мере. Сзади, сзади, сзади. Здесь деньги, скорее всего, сейчас. Да. Чуваков, которые подвешены на виселице, ну или на этих. Их можно отстреливать и собирать деньги. Так, ну у меня батарейка полная. Everybody move! Up, up! Cover me, Rexy! Damn you!
On the money. Так, сейчас я тут. Ой, ты куда-то ушел, а тут деньги. Я как раз деньги и нашел. Тут деньги где? Я забрал уже. А, все. А их есть смысл отстреливать? Что-то пень какая-то. А, нет, и наверное, нет. Нет, это... Да, в общем, пошли. Тут я деньги вот забрал в подвальчике, вот в этой... Под лестницей. А вот это уже нужны мобы. Что ж такое-то, блядь, что-то я прям капец жирный к тебе пришел. Ох, неплохо динамит прямо у тебя в центре взорвался. Реснешь? Еще жирный. Lightning? Good thing we still got a big shiny ace up our sleeve. Jesus fucking Christ. I don't think he's breathing. Calico, it's around the corner. There's a doctor there. Да, не всех добили. Protocol Epsilon. Sit down and roll up your sleeve. We will save your father, Mr. Rentier. Engineer. Virgil. Virgil only. It's an honor to finally meet you in the flesh. Sir, your gauntlet is a thing of beauty. Only a genius could... I need that fixed. Yesterday. I'll need a bigger lab if I'm gonna solve the mysteries of time travel, sir. I mean,
How are we doing? Arrow needs a scapegoat. He won't leave without someone to blame for that fiasco. Pissed off little Highborn looking for her maker's head? No one could have predicted that. I don't think she did all that for just Abano. We're missing something. I'd bet my last buck we'll heal more from this Felicity tick pretty soon. I'm gonna check if Amelia needs some backup with Harrow. Who do I have to bend over this bar and indiscreetly fuck to get some coffee around here? What a day. See you in the briefing room. Так, здесь тоже надо опускать на предмет денег. И потом открыть таланты, посмотреть, чё как. Need to check on my gauntlet first. There must be a workshop somewhere. Да, мастерская. Сейчас вниз бегаем, потом уже мастерскую проверим. А, вон, вижу деньги. Вижу деньги сейчас. Ну, наверное, все поначалу тут мало открыто, все. Пошли в мастерскую, там тоже что-то будет лежать сейчас. А так, сейчас переговорная. Вот здесь, кстати, все пушки, которые будут открываться, будут появляться на этой стене. Ну, висеть дальше. Перчатки, огнемет, там еще что-то, я уж сейчас не помню. Кстати, будут другие еще, да? А, будет это усиливаться. Ну, по мере этого нахождения технологий. Здесь инженер же есть, он будет дорабатывать. Все, пошли в мастерскую. А, ну вот, сброс улучшений. Ну, как бы пока, наверное, нет. Это да, кстати. Сейчас, вон, тут я целый цех нашел. Сейчас тут деньги точно где-то есть. Да, вот. Сюда деньги. Здесь? Нет, здесь ничего нет. Ну, все, это наша база будет до конца игры. В целом. Так, вниз. А вниз мы бегали. Наверх тоже бегали. Все. А нет, стоп. Да, все, пошли по сюжету. Ты скиллы открыл? Да, я так смотрел, какие есть. Но там у меня какой-то можно изучить. Да, 8000 у меня, по крайней мере. 8700. Надо почитать. Все элементы собираются с дальнего расстояния, кстати. Один талант. Ну, в принципе, из первых можешь брать любой. Ну, то есть даже тот, что открылся, этот... Так, сокрушающий есть. Ну да, в принципе, любой талант, они все нужны. Ну, я на 30% урон пока возьму с мускулами. Так. Ну и сбор элементов потом тоже бы надо взять. Полезная штука. Так. Я винтовку качну по уязвимым местам. И перчатка на восьмом. А, ну и перчатку я качнул, на револьвер не хватило. Чуть-чуть, кстати. 300 где-то голды. Один сундук. Вот.
Все. Можем начинать. According to the protocols, if the director is unable to fulfill his... When I got your goddamn gilded invitation, I expected champagne and canapes. Instead, some fang fuck broke into your headquarters and slapped you all around like a gaggle of whimpering sissies. Now the entire country is left unprotected while I stand here with my dick in my hand like an idiot. So again, could someone please tell me how the fuck did this happen? Security services were redirected to protect our most valuable asset. And how the fuck wasn't that me? That was my father's call, and it was Agent Gravener's quick thinking that saved your life, sir. For all the fucking good it'll do once I tell the Capitol that its primary defense against all kinds of monsters just collapsed. We'll take care of it, sir. What, from here? This place is a shithole at the edge of fucking nowhere. Don't be fooled by our humble trappings, Secretary Harrow. Calico Cell has the highest survival rate in the Institute, as well as its very best engineer. We are your only chance of turning this around. Then I expect a report on those tick assholes on my desk first thing, Doctor. And who the fuck are you? Wait a minute. I'm the best engineer? You better be, because we need this thing operational as soon as possible, before Harrow comes back to string us all up. Harrow can suck my... How bad is it? Well, the glamour disruptor's fried. Then we have the insulation around the power coupling. Can you fix it or not? It's doable, but I'll need time. A few weeks, a month tops. We ain't got that long. We have to be ready to take down this Felicity character when we find her. You mean if we find them? We have no idea where to even look. Not necessarily. To the north, there's a canyon surrounding the main trail. And the unimaginative locals call it the Devil's Pass. Now, reports mention possibly unknown vampiric specimens. We chalked it down to hearsay, but now we sent our top sanguisuge expert to investigate. I hope by expert you mean a field agent and not another bookworm. Scott Bloom co-wrote the Institute's sanguisuge bestiary. We need soldiers, not pencil pushers. I can't run around looking for a missing egghead hoping that maybe he brings something to the table. When did he last report? 5 days ago. Now let's just hope he's lost in research. Поехали. Сейчас пистолетик прокачаем. Во, супер. Так. Теперь секунду. Я... Опять заглючил. ТНТ-ха слева. Сейчас, может, начнем куда надо. Сейчас, давай здесь обыщем. Нет, вон записки впереди. Сейчас, не пойму. Ну, сбегай налево, я здесь пока соберу записки. Да, здесь тупик. Просто записка. Ай, сверху. Нет, нам сюда. Где я? У тебя там должно что-то быть. Здесь цепь упала. Там пусто? Или ты взял? Нет, там два мешка было и все. А, все, не заметил тогда, наверное. Надеюсь, мне прилетело.
охеревшие мартышки, если чё. Деньги. Да, да. С этого нет. Чё? С этого нет денег. Так. Погоди. Сзади хилка. Здесь. Какой-нибудь бомжи нам спускаться там слева, но сейчас, может, здесь куда-то где-то прыгнуть можно. Не, не похоже. Только так. Ладно, прыгаем. Так, 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 так. О, let's check this beauty out. О, взрывной успех, что-то дали, а что дали? Какая-то бочка. Ладно. Не очень понял. Так, здесь тупик. Сейчас нет, подожди. Значит, скорее всего туда. Да, там, да, там столбик, да-да-да, я видел. А, вот, сверху. Да. Ты едешь у меня в текстурах, я вообще стою. Ха. Да, прикольно, ты, конечно, провалился. Так, денежек сзади не осталось. А вот там что-то... Подожди, 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 подожди. Сейчас, во-первых, вот деньги пропустили, да. Там не ничего. А, тут нет. Да, все там туда, да. Мост типа разрушен. Так, кстати, батарейка не заряжена. Блин, вышка так неудобно сделана. Ну, я все никак не переставлю. Где-то динамитчик есть, не пойму где. Вроде всех снял. Куда бросает, или в целом. Камни падают, а не динамитчик. Ну, да. Камни падают. Так, сейчас подожди, подожди. Вопрос нам наверх или... Останься внизу, я вверх. А, да, наверх, сундук. Сейчас все открою. Все, спускаюсь. Ну. Так, там тоже деньги, скорее всего. Да, заряжай. Да, сразу два сундука.
сзади. Вон там деньги есть. А, как-то сбить можно, что ли? Нет, 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 я думаю. Сейчас. Ладно, наверное, снизу. Снизу тоже никак, да? Интересно, назад. Может, вот толкнуть, может, вот это? Да, 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 точно. Там, во-первых, деньги на... Окей. Сюда. Сейчас боевочка должна быть, наверное, не было. Так, подожди, проход направо есть. Здесь. Здесь ни хрена, просто проход направо. Окей. Ну, мы, кажется, пришли в одно и то же место. Так, деньги. А, там секретка. Да, блин. А, тормози. Подожди. Сейчас переставлю этот... Удар ауешный. На Ctrl же ничего нет, да? Хотя бы сюда, потому что на В тупо неудобно. Ctrl. Сохранить. Да я не трачу практически. Удачно мост образовался. Research continues. Жирный блевун потом боссом, что ли, будет, или... Или мобом. Он пиявок кидает. Кабель, кабель. Еще раз, да. Надо пробегать. А, все, я понял. Да, здесь, по-моему, этот блевун сейчас будет. Да.
шляпы эти прилетели, кидающиеся. Так. А, во-первых, сундучело где-то. А, нет, там, где мы заходили. Подожди, давай-ка очнемся, раз уж целый левел. Так, особенности, блин. 7-й. Пестик не хочу. Блин, дробаш 4500. Дробаш по факту ничего не дает. Точнее. Слышь, там деньги светятся, а как туда зайти? Надо направо сейчас свернуть, наверное. Скажи, как докачаешься? Так, все. Вот, бабосы там светятся за забором. Но мне кажется, надо перелезть и свернуть направо, чтобы туда пройти. Не-не-не, в смысле вот здесь залезть и сразу направо, чтобы не упустить. Как вариант, там просто проход. Там, бля, сейчас... Да, это будет босс. А потом обычный моб. Вот сюда. Он, по-моему, ему пасть разрывает. Это крот, когда его добивает. О! Раскраска для винтовки и деньги. Так, ну-ка, новый образ. Винтовочка. Ну да, я в черный одеваюсь потихоньку. Так, тут пусто. Where the heck did it go? Не-не-не, вот что-то. Все, давай в это. А, нет, здесь двигаться надо. Да, это босс. Здесь мы не тереть будем. Сейчас выпрыгнем. Ну-ка, сцена, наверное. Червяки такие были. Да. Что-то он то ли заглючил. Не, подожди, отойти надо, он, походу, заглючил. Что-то, да. Прикинь. Да ладно. Он, походу, в скалу въехал и...
Вот он. Ага, ему нельзя дать закопаться кулаком снизу. Ах ты, сучка, не успел. Ага. Там эти летучки. Опа, ой, ни хрена себе он мне. Слушай. Пойду похилюсь. А, там этот еще пришел. А, чем тебя поднять? А, все. Сейчас меня убьют. Я укрутнул сразу. Да. Блин, ладно, анимация не сработала. Обидно. Тихо, мужики болтаются, может кого-нибудь из них есть? Нет, видимо, не подходящий. Ну ладно. Потом, кстати, две хилки будет, а может даже три за раз будет. Атака. Да, вот это, кстати, возможно, подходит. It's me, but who are... Whoa, you're Jesse Renier, sir. Splendiferous. Care to explain what happened here, Bloom? Well, I was sent here to investigate reports of a novel breed of sanguisuge. When I arrived, I encountered a group of familiars, apparently sent here by their masters. That was a familiar? How come a human turned into that thing so quickly? Excellent question, sir. My thesis is that their transformation is linked to the blood from these creatures somehow. The how is what I'm stuck on. We better take one of those things back with us to the lab. Still beats me what those familiars were doing here. Well, from what I could gather, they were sent on a transport detail, securing a convoy of carts filled with some curious, wriggly little creatures they brought from McCallum's sawmill. We need to check that place out. Так, ну стандартно. Теперь открылось это. А, блин. В баре тоже деньги просто есть. There was an awful lot of blood on him. He'll be fine. Bastard's too damn stubborn to die. I've seen my share of battle wounds. The ones William got. No way even half of that came out of him alone. Somewhere between the falling airships and hopping boo-hags, I don't know. Could be that collateral damage wasn't the Tick's only objective. Could be they infected him? No. No fucking way. Jess, hold your horses and just think about it. The Institute is infiltrated, and they let both you and William walk away? Jess, when a Tick turns a familiar, they form a sort of bond. The sire can see into the servant's mind. Now, they make that link with, say, the man who developed that weapon you're carrying. Edgar, our orders are clear when folks get infected. Infected means dead. Those are his own words. Breathe. I've got an idea. Remember that crap I brought from Lake Morapass? That plan that was supposed to be a base for a cure one day. I'm not gonna gamble my father's life on some swamp nerd's magic potion. It's not like we got a handful of aces here, Jess.
D'Abano and his lunatic spawn had taken the fight to us. And I sure as hell don't want to go to war without our general. Do you? All right. The plant might be back in the manor's ruins. I'll go check if there's anything left of the lab, and you... I go. You need to take care of the gauntlet. I don't give a flying fuck about the gauntlet. I'm not sitting on my ass while my father grows a new set of teeth. And no one asks you to. But if I fail, you and that gauntlet will be the only thing between us and a war we can't win. I got this, okay? Just keep an eye on that nosy lady doctor. And stay close to William, just in case I don't make it back in time. Теперь давай обыскивать. Так, ну я пойду в сторону квеста вниз. Ищу пути. А, ну да. Тут. Надо открыть бочку. Так, жду тебя внизу. А, вот, кстати, оп, появляются сундучки кое-какие. Так, а левела, кстати, нет, талантов 0, денег 3700. Ладно, пойдем по квесту. А тут вниз можно? Мы бегали, по-моему, первый раз, ну я, по крайней мере, бегал, там ничего нет. Тут комната, в которой... Дед будет сидеть. Деньги. А, опа. Положили все-таки, да, окей. With the rentiers and that Harrow guy here, is Dr. Blackwell still calling the shots? I'm sure the government thinks it's a matter of... Until recently, the Sanguisus reproduced by turning their familiars. A slow, but effective process. But now there's this new breed. Popping up like rabbits. They're fierce and resourceful, but still not anything we can class as an evolutionary step up the ladder. Well, if anything, they're a step backwards, mindless and bloodthirsty. They're cannon fodder. This is D'Abano's idea of an army. Humans turned to minions, or whatever foul blood beasts they'll end up being. Foul blood? Precisely, sir. Splendiferously observed. I guess to know for sure we have to investigate McCallum's sawmill? McCallum's won't be an easy nut to crack. Without a working gauntlet, we can't penetrate its glamours. Guess it's high time to check up on our resident genius. God, why do I have to be such a pig? Paper, paper everywhere. I can't find shit in here. Oh, hi! Holy moly, where are my notes? As we all know, Faraday's mutual induction phenomenon. Virgil, take it easy with the jargon, please. You're talking to a field agent. Diamagnetism, polyphase system. You sure you don't want to hear my radiography joke about... never mind. Here it is. Long story short, I reverse engineered the disruptor mechanism and identified the problem. Its energy consumption is off the charts. Best engineer in the Institute, huh? Well, before you jump down his throat, perhaps we can give Virgil a chance to explain himself. Miniaturization has its limits. If you want a working disruptor like this, you have to accept the fact that it won't be, well, portable. Like Amelia so kindly pointed out, I'm a field agent, as in I go out in the field. If the gauntlet's not portable, it's useless. I don't mean to put your ass over the fire, but... Apparently you do. But... If we don't get it running, we're all done for. K?
Can you make it work? Well, maybe if I could somehow get my hands on some spare coils from the original disruptor. Done. Where can I find them? Так перчатка же вроде работает. Она заглючила. Когда первый раз ульта сработала, она стала нестабильной. Разберемся. Да, но вот эти пульты вроде то ли не можешь вставать, то ли она может взорваться там. Где-то это или в заметках было, или в ролике чуть-чуть. Ну и морок она, по-моему, снимать не умеет. То есть она драться умеет, но развеивать эти штуки нет. Окей, that's not gonna work. Pack your shit, kid. We're out in five. I'll go down first and clear the way. Try not to get killed or Blackwell skin me alive. Roger that, Mr. Jesse. Так, денег сзади нет, значит есть впереди. Сейчас тут тоже нет. Ну, пошли. That's some heavy machinery there. Wonder if I can get it working. Dear. Где-то здесь деньги точно спрятаны, наверное, вот тут. Он был. Да, да, вижу, прилетели. Тут просто еще два прохода, по-моему, здесь. А, здесь лампа тебе нужна. Иди забирай, я, кстати, так и не юзаю, да. И деньги. Так, там денег нет, все, теперь точно налево. Any luck with the coils? No. They must have transported them somewhere down those rails. But look what our agents left behind. Huh. I'm gonna take it for a test drive. Thanks. Что это, кстати? Так, X. Это устройство выпускает разряды. О, прикольное что-то. Не помню такого. А, это верхний скилл у него, когда долго. Thank you.
заглючил. Так, в доме деньги. Нет записки. А, подожди. А нет, там дверь загрузилась, все. Пойдем. Надо мост опустить. Нет, не так. Электричеством. И вагонами. Погоди, сейчас уберу эту. А ты кати ту. Подожди, сейчас. Сейчас. Секунду. Может быть, рано катить. Сейчас. Так. Секретка большая. А, хилку нашел. Сундука здесь нет. Точно нет. Сейчас. Так, включаю электричество. Это половина моста, все. Там ты все собрал, да? Да, там мешок был. Ну все, откатывай, или он не дает спуститься на землю. Не, можно. А, ну да, я ж могу просто спрыгнуть тут же низко. А, ну кстати, нет, я заглючил наверху. Ну, тогда сам включай, мост опустится. О, тут, кстати, записки лежат. Можешь зарядиться или что? Вон там туда или что? Мне обратно топает. А, прикол. Ну ладно. Видимо. Ну, окей. Если там к чуваку подойду. Ну ладно, тебе зарядить надо эти. Не пойму, а чем ты тратишь электричество? Ты массово бьешь, что ли? У тебя батарея. Да. Ну, я скилл на воюзаю. Все, я понял. Зарядись. Мистер Джесси, I think I found a shortcut. That's a rusty shortcut, Verge. Well. Of course it's not working. Luckily, you have a faithful sidekick who can kickstart that thing. Thank you.
Так. Там он есть. Помимо дома. Еще лесенка. О, и тут деньги. Так, давай, пока мы здесь. 2 секунды, АФК, потом в дом пойдем. Я вернулся. Там скрипит. А, это эти ездят. One down. Now for the other two, and we can open the gate and jump down there. Can't anything be simple here? Gotta squeeze through. Сейчас, подожди. А, ты тут секретку нашел нам. Да, точно. Вижу. Деньги на той стороне лежат, мешочек маленький. Ты наверх, а не бегал. Все. Can see that, you know. Sir, are you sure about this? You said down those rails is the best way to go. Maybe the fastest, but the safest? I'm not so sure. You're no fun, Verge. Поехали. Стреляй. Не та стрелка. А я сдох, это как понимать? Я ничего делать не мог. А, ну, видимо, стреляет один из нас. Ты же со мной едешь или нет? Блин, подожди, я же не понимаю сейчас. Я тогда стрельнул, и все ты, равно. А ты меня видишь? Я, по-моему, сижу в первой тележке, или тут одна всего? А, ну, вроде... Одна, по идее, что должна, ну, нет, одна. Ты в своей, я в своей, как-то так. Я просто, ну, первый раз выстрелил, ну, знак, но все равно уехал не туда, не понимаю логику.
а я вообще ничего не делаю. Ну, ты либо во второй едешь, либо это... Не суть. Тогда... Сейчас махач будет. По-моему, да, сейчас мы увидим что-то. А, вот, прокачка. Вот. Вот видишь, некоторые рецепты мы находим не просто на левеле, а на... Блин, ну кстати, клёвый талант. А, я не могу выйти без этого. Ну, допустим. Ну окей, револьвер улучшил. Ready to roll, sir? Ты свой улучшил? Ну да. Все, спускаемся, и мобу попрут сейчас. Испытывать будем, типа. Сейчас, подожди. Снять. Along with the coils. Let's так, get him. Ну, вперед. Не знаю. О, да, сундук. Давай, проходи. Ой. Там еще дверь сломать можно. О, призрачный костюм. Подожди, а мы что, по сюжету идем? В смысле, сюда сюжет? Ну давай толкать. Ты вернулся там, да?
Да. Да, посмотри. Я эту хрень выкачу, но я думаю. Я не могу пройти. Пока я толкаю. Там ее, типа, да? Ну ты должен быть близко, нужно вниз. Сейчас, я понял. Ну, видимо, там по сюжету, а тут нет. Да-да-да. Вообще не знаю. Ну, давай попробуем. Больше здесь на сюжет похоже. Ну. Да, наверное. Да, блин, ладно. Могло мне вернуться. Так, а назад мы... Крюк не работает, да? Да. Нет. Сука, ладно, в принципе. Сейчас, во-первых. Вот это, кстати, хлопушку надо будет выкачать. А, урон винтовки повышен, кстати. Так, ну я вроде вкачался. Down those rails where now? I'll try to move it a little closer, sir. You do that. Летучая мышь висит или мне показалось? Нет. Деревяшка обычная. Вон летучая мышь, смотри. А, большая? Да. Ай-яй-яй. Больно. Эти кидающие. Опа-опа-опа.
хилка около него. Выстрели. Там деньги сзади. Или, а, кажется. Is it safe yet, Mr. Jesse? Well, as long as you can grope your way for the coils here. Well, I'm fine, sir. The dark and messy rooms are kind of my natural habitat. Thank you, Mr. Jesse. Holy moly! The hell is that thing? Something worth putting up a damn big glamour for, I guess. I've never seen such a peculiar being. Looks like one of those dinosaurs they dug up in a desert. What's in there? This is incredible. According to these studies, it's some kind of pre-Columbian creature. The natives called it the Piazza. Scott's gonna shit bricks when he hears about this. I mean, Agent Bloom is gonna be really interested in this find. He majored in mythological creatures, but seeing it with your own eyes? Splendiferous. That freaky kid's building an army of foul bloods. How did you get roped into all this? Look here. The last entry is from the 12th of May, 3 years ago. That's probably when the ticks came. This ugly-ass trophy must have been important to her. It's clear she didn't want uninvited guests here. Get the coils, kid. Let's find a place where you can fix the gauntlet, because we need it ready for action. That was suspiciously fast. You sure it works now? Mr. Renier, sir, we have a situation. I'm kind of in the middle of something. Well, it's more of an emergency, actually. Some ticks have gotten loose in the basement, and, A what got out of what now? It was an honest mistake. I was taking the liberty to experiment with some ticks we captured, and things got out of hand. Mr. Jesse, before you go all red and do that angry maniac thing you do, maybe we could consider it a great opportunity. You make it so hard to like you, Verge. You know that, right? Remember that fortuitous gauntlet malfunction that helped you and your father survive? Turns out that that malfunction is a simple override protocol. One you can now control thanks to, well, me. You're welcome. This better work, or there's gonna be a gauntlet malfunction on your face. I ain't got time to be cleaning up every mess you nerds make. Please don't tell Dr. Blackwell about this. Mr. Renier? Шли в подвал. Сейчас, видимо, ульту испытаем. А, ну вот открылась новая лока. Вон зарядники везде, перчатки. И все.
Да, но тут на одного, наверное, рассчитано. Ну, типа, подольше. Ну, это тест чисто, что ульту еще раз показывает более осознанно. This just came in. It's from Agent Gravener. Good or bad? Private. Speaking of bad, I found a giant ancient cadaver in Baxter. Any idea why Tix would want to hide it? A few. Why isn't Agent Bloom allowing anyone in to see your father? Security, Doc. Calico's the last working cell in the country, and we mean to keep it that way. That means closing a few doors? Well, so be it. But I'm a medical professional and the head of this cell. So a chain of command shouldn't be an issue for you. It isn't, sir. Amelia, you don't have to get all... I'd prefer Dr. Blackwell, sir. Ready for debrief whenever suits you best. Так, пошли поговорим. В принципе, можно будет прерваться. Oh, there you are. Well, let's skip to the things we're here for, shall we? The creature you found in the Devil's Pass is essentially an oversized leech, a bloodsucker of sorts. Its stomach acids prevent blood from coagulation. So it's like a living container? Precisely. Moreover, according to microscopic analysis, the blood within the leech is remarkably old. It's not only that, it isn't like anything we've ever seen. And Felicity feeds it to her familiars. Gotta learn more about that sawmill and how it's all connected. The McCallum sawmill was founded in 1845 by Elijah McCallum, the definition of a small-town family operation. And after Elijah's death 2 years ago, the mill was bought out by an investor representing the Andalusia Financial Services Group. Conglomerate of banks, oil fields, railways, you name it. What does a big fish like that want with a shitty little sawmill on the ass end of nowhere? It's unclear. Purchase itself was entirely above board. What about the forest? Old native ritual sites, burial mounds, anything? Nothing of note, no. Well, I guess I'll just have to figure this out on my own then. Thanks for your time, Dr. Blackwell. I hope... I live to serve, sir. I'll get back to my research now. Ну, в принципе, все. Как тут сохранения же нет. Оно само. Где автосейв должен быть? Ну да, ты же выходил тогда, мы начали со второй миссии. Поэтому так. Вот. Ну, где-то, наверное, 1/4 игры мы прошли. Судя даже по талантам, что в пушках они открылись. Так, а что можно вкачать? Дробаш 4500, 5000, мгновенный выстрел. О, кстати, вот мгновенный выстрел неплох. Три ячейки надо на ульту. Ну, сейчас 4. Достаточно 3 заряженных. Черным буду бегать. Перчатка только обычная. Так, ладно, останавливаю.